Практически во всех видео задержаний злостных террористов-сепаратистов, которые проникли на территорию Украины и собирались осуществлять свои террористические акты, присутствуют не только пищали какие-то 18 века, из которых они собирались, наверное, убивать государственных деятелей, ну, флажки там российские, это понятно, ДНРовские всякие там наклеечки, но и печатная продукция, то есть какие-то листовки, которые они намеревались расклеивать по городам. Так вот, мне прислали видео из Парка Победы, это Киев, Дарница, я бывал в этом парке, такой себе парк, там потом памятник пограничникам поставили. В общем, посмотрите, во что сейчас превращен этот парк, весь в листовочках, и никого не волнует. Ну и там дальше.